слушай, ряд ряпью, а на телефоне получается великолепно. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Благодарим Господа. Монастырские рабочие сняли брусчатку, положенную на местах захоронения старцев в 80-е годы 20 века. Сняли ограждение и некоторый слой земли. Затем места раскопок были обнесены временными ограждениями. Услышал наши мольбы, чтобы Господь помиловал тех, о ком мы молимся, о ком... Интересненько, и нам это все передает. Вот. И она выискала, что на первое упоминание нашей деревеньки в 1515 году. Брали почти 100 тысяч. И это самое. Вот сделали такое. Слава Богу, как говорится. Пусть стоит, будем помнить, как говорится. А тут в самом деле все уходит, уходит. Воевал на Северном флоте при защите Лина Хамари. Там очень много у него было наград. Потом он после окончания Великой Отечественной, он еще послужил, когда была война с Японией. Потом он здесь у нас родился, здесь стоял его дом. Поэтому... Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. В окрестных деревнях родились и жили, здесь и имели понимание, то здесь все кардинально было иным. Все это было вновь, и поэтому они проявили те...
оплачен. Деревянный храм устраивали именно здесь, на этом месте. Может быть, туда уже больше площадь влево, где сейчас стоит памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны 41-45 года. И был, естественно, других размеров. Ныне и присно, и во веки веков. Паки, паки, миром Господу помолимся. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение. Не пойдет они. Жирок еще тут весь оставила. Я не знала, что на ужин это самое. Сходите, я вам, вы оставим так есть и свежую, я вам сделаю горячую, может это горячим захочет. Открывали колыбельки и от гнуса, и от света, и от сглаза. Значит, и поморские семьи большие, в них было много детей, и жили все в огромных домах. Может, у нас я не отслеживаю. Радуйтесь, непоколебимые воины Святаго Духа, радуйтесь, благодати Его заревные свыше. И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. И Бога нас. Все подобные отцы наши Васиана и Иона, молите Бога нас. В христианстве это человек. Да, то есть и наше отношение к человеку. Если мы верим во Христа, да, то есть не только отношение наше к Богу, что Он есть, но как мы по отношению к человеку. В 90-е годы двери храма стали доступными людей, огромное количество людей стало креститься. И было такое ощущение, что сейчас она как бы возьмет и перевернется, так и все будет хорошо. Все будут жить счастливо. Ну как? Я видя стаду твоему, я жилище истина. Всего ради стяжал есть и смирение высокая, нищетой вода. Радуйся, сади земли обетования, радуйся, свете божественного саждения, радуйся, лоза добродетельная винограда Христова, радуйся, древо чудоточное. Какое изобилие здесь, конечно. Какая красота. Освящается крест.
Иисусе знамени. Благодатью Пресвятаго Духа храпление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Понятное дело. Все примерно происходит там. Вот он и сидит. А вот и у нас были так называемые колодцы, то есть подземные источники, ключи. Деревни не было. Да, до 60-х годов, до середины, здесь вообще электричества не было. Вот эти лампы, свечи и так далее. А, значит, когда поставили первый движок, значит, электричество давали только утром на 3 часа и вечером на 3 часа. Посмотрите, какой горшенятка маленький, и хватит под нее. Кашку, наверное, нас варили таким, в таком горшочке. Радуйся, благословение, живущим на земле Богом данное. Радуйся, воздвижение, скорое у Бога.